Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Привет, мужики! Здорово! Ну вот мой батя с интернетом вообще никак. Ну придется объяснить. Ну объясним, погнали! Погнали! Опять никого нет, а? Зря только бы полгода на эти дебильные курсы ходил. А сельский вестник выдают с 4 до 5. А я не за этим. Ну а кружок плясунов, жарки-багулечки вообще по четвергам. Нет, нет. Ну а что, вы лекцию пришли слушать, что ли? О культуре сексуальных отношений в сельской местности? Да я по объявлению на магазине оторвал из интернета в колхоз. Ко мне, подождите. Вообще-то это платно. Да, 150 рублей у меня есть. Милости просим. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Как здорово, что вы пришли, молодой человек. Да ну молодой, мне уже 40. Да вы чё, вы идете в ногу со временем, вы интернетом интересуетесь. Вы молодежь! Угу. Да? Так, сейчас я вам выдам листочек и ручку. Пожалуйста. Ну давайте, рассказывайте, что вас интересует? Ютуб, Инстаграм, ТикТок, ВКонтакте, Одноклассники. Чё? Ну, что вас интересует в интернете? Видеоблогинг, скетчи, автообзоры, анбоксинг. Чё? Ну какой контент пилить планируете? Не, бля, я пошел. Подожди, я все понял. Начнем с азов. Присаживайтесь. Мой друг, главное в интернете это что? Это фолловеры. Фолловеры это фанаты и подписчики. В общем, чем больше фолловеров, тем лучше залетает контент. Непонятно. Вы же в колхозе работаете? Да. Вы вчера на собрании были? Был. Чуть не уволили там за пьянку. Слава богу, мужики заступились, оставили. Во-во, вот. Те, кто за вас заступился, это ваши фолловеры. Ну? А те, кто против был? А это мой друг уже хейтеры. Хейтеры? Ха, же охотовый. Да. Что такое пилить контент? Вот вы чем занимаетесь? Трактористом работаю, там, сею, пашу, убираю. Ну, после работы можно маленечко и выпить. Ну? Ну, и делок за жопу пощупать. Вот именно. В общем, сеять, пахать, это ваш основной контент. А все остальное это уже лайв-контент. Туда входит, ну там, стримы, видеоблоги, тому подобное. В общем, личная жизнь. Так я, получается, в пятницу чувствую-то на поле не стриманул, что ли? Конечно! Все понятно? Едем дальше. Что такое лайки и дизлайки? Вот смотрите, вы самогон варите. Нет, нет, ничего такого не знаю. Ну, образно, образно. А, ну образно, литр 300 рублей, чача 350. Вот, смотрите. Представляете, ваш самогон купила компания из 5 человек, да? Они его выпили, и на утро трое говорят, самогон просто огонь. Это лайк. А те двое, которые говорят, что самогон говно, это значит дизлайк. А? Ну, такого не может быть, что они... Ну? А, хейтеры! Совершенно верно! Поехали дальше. У меня для вас есть один вопрос. Так? Вот как вы думаете, что такое кинуть в личку, а? Фу, срамота какая-то. Ну, говорите как есть, как вы думаете? Ну, был у меня пару раз с женой, я ей кинул в личку. Но она была не против. Да вы говорите, да не против, она была... Да это не то совершенно. Сейчас объясню. Вот смотрите, ваш лучший друг. Ванька? Да, Ванька. Ага. Подходит к вам при всех и спрашивает, ты где вчера, Серега, Рыжиков 5 ведер набрал? Чё, при всех-то, блин? Ну? При всех я ему скажу, там за кладбищем, ну что мне ни хера. Вот именно. Ну а потом уведу его и один на один скажу ему, что там за фермой, там Рыжиков до хера. Вот, вот это и называется кинуть в личку. Я понял. Поехали дальше. Долг в магазине берете? Давно уже не дают. Это ЧС. А, кинула черный список. Да-да-да. Понятно. Представляешь, Петрович в выгребную яму на свадьбе упал. Так это еще в прошлом году было. Вот именно, это баян. А ты помнишь, как вся деревня над ним хохотала? Но. Вот, Петрович был на хайпе. А-а-а. О, понятно? Да-да-да. Водку молоком запиваешь? Фу, не фу, а трэш. О, а ты что, президент Америки? Нет. Ну а что, прическа как у Трампа? Ты комбайнер? Нет. Ну тогда перестань всякую херню-то молотить. Классные брюки. О, спасибо. Под цвет лица такие же черные. Да вы что, издеваетесь что ли? Нет. Рофлю. Лоу-тек. Слушай, Серега, кстати, ты у Нинки толстожопой был? Был один раз. Она потом по всей деревне разнесла, хотя ничего и не было. Вот именно, ты у нее зачекинился. 45 градусов инфосотка. Коробку на москвиче закрытыми глазами перебирай на изи. У Нинки жопа норм. Да я в за***ю нон-стоп, блин, 24 на 7. Два куля зерна, с***ь.
А где пруфы? Нас никто не видел. Имхо! Я, по-моему, все. С кривого зеркала вообще ору. Ха! Весь шмот на возе. Можешь, говорить мою жену не трогать? Я говорю, ок. Ну, я думаю, на сегодня хватит. Ну все, ок, бро. Курс реал норм. Завтра с братюнями поделюсь. Нагоню тебе фолловеров. Ладно, я пошел, то на поле-то основной контент завтра пилить. Чмоки! Чмоки! Лайк. А, 150 рублей-то! 150 рублей! Мы забыли! Понравилось видео, ставь локоть! Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. Все ссылки, мужики, как обычно, в описании. Ну и одна просьба, мужики. Ну поделитесь этим видео с батей. Ну если сам батя, то с другом поделись. Пускай все знают. Ну все, мужики. Пока!